6-7 мая в Омске впервые состоялись всероссийские соревнования по роупскиппингу. В рамках проекта «Детский спорт», партийного проекта «Детский спорт», существует много направлений развития массовых видов спорта. Это и баскетбол 3x3, и футбол 6x6, и волейбол. То есть много видов спорта развивается, но нам тоже интересны такие направления новых, молодежных видов спорта, которые увлекательны. Много единомышленников по этому направлению. И самое главное, что мы увязали взаимодействие с Всероссийской Федерацией, нашей региональной федерацией и нашей общественной работой, которая проводится для того, чтобы наши дети школьного возраста занимались двигательной активностью, занимались спортом, занимались роупскиппингом. На паркете школы номер 7 соперничали более 100 сильнейших спортсменов страны в возрасте старше 8 лет. Перед стартом все команды представили показательные номера. Мы решили провести всероссийские соревнования в Омске, обычно проводили в Москве, в этом году в Омске проводим. Почему? Потому что Омск, на мой взгляд, один из самых развивающихся и прогрессирующих в плане спортсменов, в плане организации, судей, городов вообще в России в плане скиппинга. И очень много спортсменов поставляет и в сборную, также есть участники чемпионата мира. Омские скипперы отлично выступили на соревнованиях. Наши спортсмены завоевали 11 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых наград в 10 видах программы и установили 2 новых рекорда региона в командных дисциплинах. Роупскиппинг – это спорт, прыжки на скакалке. Я занимаюсь уже 6 лет. Соревнования проводятся обычно в 7-й школе. У нас очень дружная команда Fox Team. Вот. Сейчас у меня хорошо получается мой фристайл, мне он нравится. Ну, я бы еще хотела потренироваться спринт бежать 3 минуты 30 секунд, чтобы побыстрее. Ну и, в принципе, я довольна. Успешно выступили команды еще двух регионов. Спортсмены Москвы завоевали 6 золотых и 4 серебряных медали, а скипперы из Новосибирска – 2 награды высшей пробы.